Здарова, бандиты! С вами Андрюха Бондарев, а.к.а. Аполлон Аполлонов. Вы на канале, естественно, Шмос Народ. И в этом ролике я расскажу вам про свою коллекцию Доктор Мартинс за много денег. Поехали! 5 пар обуви я скопил за много-много лет упорных инвестирований в еду, откладывал в свинью копилку, покупал себе Мартинс. В этом ролике расскажу тебе вообще все, что я знаю про Доктор Мартинс. Спойлер, эта обувь самая неудобная в мире, и она не подходит ни для кого. Поэтому, если ты адекватный человек, который хочет удобную обувь, которая будет долго носиться, беги отсюда нахуй, она тебя сожрет. Первая моя пара обуви Доктор Мартинс — это Доктор Мартинс Блэк Сирена. Продаются они как? Они продаются с белым мехом, вот, пушистым, который становится вот таким уебищным буквально спустя пару носок. Этот мех искусственный, и в нем твоя нога потеет так, как будто она ебется с неграми на протяжении 24 часов. Блять, им сипох. Искусственный мех — это, конечно, не очень здорово, но нога перестает потеть, если ты надеваешь под эту обувь какой носок? Правильно, следочки из ролика предыдущего. Смотри, подсказка всплыла. Насчет этого, я очень долго уговаривал маму, чтобы мне эту пару купили. Единственный аргумент был какой: мама, ну они же теплые, посмотри, какие нога, будет теплая, ой, не буду болеть. Мама такая: ну ладно, иди нахуй, возьмем микрозайм в компании деньга, деньги на всякий случай. It's kinda hot. Проблема в чем? Проблема в том, что они оказались слишком теплые ботинки, но это чисто, если минус 25-30, и тебе нужно идти раздавать листовки зимой. Реально вот оно, потому что в помещении твоя нога даже в слитках будет нещадно потеть. Прикол еще в том, что здесь толстая кожа, она не порвется, она не лопнет, и это супер круто, то есть с точки зрения именно Доктор Мартинсов, которые постоянно лопаются, рвутся, это офигенная модель, которая долговечна будет. Этой паре 6 лет, я хожу в ней каждый сезон, она в принципе в идеальном состоянии, ну типа я просто ее не почистил, потому что я считаю, что это у нас ретро-перспектива. Если бы я почистил бы каждую пару, это было бы не так красиво, как будто я только купил ее себе, разбахател. И тут вам хвастаюсь. Нет, это обувь, в которой столько было бомжей отпищено, ребята. Да, это жестко. В мартосах уебанские шнурки. Вот эти шнурки я менял раз 5. Вот на этих мартосах шнурки были поменены недели 3 назад. Я в них ходил каждый день, и вот что происходит. Шнурки от Доктор Мартинс — это самое главное разочарование в моей жизни после получения высшего образования. Высшее образование ничто не перекрыло. Поэтому сразу, когда ты покупаешь обувь Доктор Мартинс, сразу покупай самые дешманские шнурки в комплекте. Берешь рандомные шнурки от рандомной конторы, рублей по 150, по 200, которые по 1,5 метра длиной, в большом количестве, просто кладешь их в шкаф, и как только у тебя лопается шнурок, ты его сразу заменяешь, потому что лопаться у тебя шнурки на высоких Доктор Мартинс будут постоянно. Если мы говорим о каких-то низких Доктор Мартинсах, то тут ты просто один раз завязал и с лопаткой как бы просто берешь и вставляешь в свою лапу, да? С высокими так не сработает, их придется постоянно развязывать и завязывать. И еще, старина, Доктор Мартинс по-настоящему самая неудобная обувь в мире. По факту это ugly shoes, которая очень жестко натирает. Жестко натирает настолько, что у меня нога просто видоизменилась, и теперь я не могу не носить ничего, кроме Доктор Мартинс. Иронично. Пенный маркетинговый ход, скажешь ты? Да, это создание искусственного спроса, потому что когда ты походишь в обуви Доктор Мартинс года 2, все, у тебя нога превратится в одну большую культяпку, которая будет по форме удовлетворять только вот этой обувью. У меня большой палец, как у Шрека теперь, просто потому что я все время мечтал о Доктор Мартинсах и в них гонял постоянно. Поскольку это первая пара, я из них не вылазил, реально. Я даже на выпускном, блин, альбоме в этих высоких зимних Доктор Мартинс. Я тогда еще был здоровый, крутое было время. Вторая пара обуви, которую я купил в том же ужасном оверпрайсном магазе, тоже из офигенно мягкой кожи. И вот эту обувь, эту конкретно пару, я таскал круглый год. Весь сезон, все сезоны, то есть начиная с лета, заканчивая зимой. Я твоя история просто доеб... То есть начиная концом лета, заканчивая началом лета. Вот это я, короче, сложно, пипец. Короче, ребята, круглый год в них ходил, так понятней, да? То есть просто, когда зима, длинный носок, когда осень, короткий, но теплый носок, а когда лето, следочек, следочек. Видосик всплыл, подсказочка, офигенный ролик. Вот это вот, значит, обувь. Я ее так затаскал, что я просто стер полностью подошву. Настолько стер, что эта подошва, она треснула, все. Это очень классическая история, когда трескается и лопается подошва Доктор Мартинс. Но невелика потеря, я хожу в этой обуви только в сухую погоду. Гениально. Господи Иисусе, ты реально в этом ходишь? В смысле в этом? Блядь, этот Мартинс, я хочу.
Больной ты ублюдок. Потому что если ты ходишь, по, ну, типа, просто когда влажно или дождь, а в Питере это постоянно, она начинает хлюпать и заваниваться. Вот, поэтому не очень удобно. Оксимирон. Оксимирон. Еще помню очень важную штуку, что перед покупкой Dr. Martens всегда смотри на страну-производитель. Потому что эти... блядь, да... Есть пробитие. Так вот, короче, все, сними Боба. Что вы нам расскажете про Доктор Мартин? Возврата нет, шмот народ, подписывайся. Ее вношенное носим брошенное, наоборот. Да ты проиграл опять. Очень важную штуку ты должен знать про Доктор Мартинс, когда покупаешь, это страны-производители. Эта ебаная обувь производится по всему земному шару. И самое охренительное, что можно найти из Доктор Мартинс, это Доктор Мартинс Made in England. Этот видос, блядь. Испытания для моей дикции, сука. Оксимирон. Доктор Мартинс, которые были сшиты в Англии, стоят как ебучее крыло Боинга. И ты их просто нигде не найдешь. Самое уебищное, что ты можешь купить из Доктор Мартинс, это Доктор Мартинс, которые made in China. Говно, они 100% у тебя лопнут первый сезон носки, и ты скажешь, Доктор Мартинс говно. Нет, рассматривай Вьетнам и Таиланд. Охуенно. Made in England не достанешь, даже не пытайся. Пара была куплена мной на выпускной, никто вообще не знает, что это Доктор Мартинс, но да, Доктор Мартинс выпускает еще и прикольные вот такие вот Оксфорды, но не броги. Короче, офигенные туфельки. Следующая пара Доктор Мартинс а-ля ковбой. I wanna take my horse to the old town road. I'm gonna ride it till I can no more. Главное получать удовольствие от своей работы. Офигенная пара, но я не учел одного, что вот эти вот ебаные железные кольца, они оставляют след на коже. И как бы в целом этого не видно, когда ты их носишь. Еще поскольку это лакированная обувь Доктор Мартинс, ее нельзя носить в температуру ниже нуля. Потому что если ты будешь носить эту обувь в температуру ниже нуля, шанс того, что она лопнет и оторвет тебе ногу, просто колоссальная. Ну и самая охренительная пара. Вот это вот. Что за динозавр? Ты думаешь, что этот... коллаборация Доктор Мартинс с детским домом. Нет, нет, это коллаборация с Баскией. Кто такой Баския? Это такой негрила, который рисует всякую бездарную ебалу, вот, и продает за много денег. Художник такой ебучий, негр ебаный. Это, слышал трек? Ну, помнишь, классик пел? Это был последний негр. Охуенная съемка, Дима, мне нравится. Ты же понимаешь, что нельзя вставлять. Да можно, мы запикаем. Давай без негритоса. Ну, да нет, Дима, ну с негритосом, блядь. Короче, вот эту вот пару купил недавно, очень крутая, очень нравится. Ноги режет, но я к этому привык. Люди, которые покупают Доктор Мартинс, они мазохисты, они хотят, чтобы нога потела, чтобы она себя некомфортно чувствовала, чтобы ей было тяжело. Ребята, Доктор Мартинс, заебись, шмот в народ еще лучше. Пиши смешной комментарий, за него заплачу тебе деньги. Самый смешной выберу, ну как обычно. Сколько денег даже? А торг есть? Ну, рублей 50 больше накинь. Ну 78. 35. Все, рукам. Оксимирон.